Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы обсудим такую тему, как неприятный запах мочи. Вообще, неприятный запах мочи, он нередок, потому что причин, приводящих к его появлению, достаточно много. Ну, во-первых, есть физиологические причины появления неприятного запаха. Иногда во время беременности наступает появление такого неприятного запаха. При уменьшении количества выпитой жидкости также бывает неприятный запах мочи, тогда она более концентрированная. При различных, соответственно, обезвоживающих факторах, например, при большой жаре, также моча может неприятно пахнуть из-за повышенной своей концентрированности. Соответственно, когда же бывает неприятный запах, при каких патологических состояниях или заболеваниях? Ну, наиболее часто это уретрит и цистит, это воспаление, соответственно, мочеполового канала, мочевого пузыря. Эти заболевания бывают как от половых инфекций, так и от обычных бактерий, которые селятся в уретре, мочевом пузыре, начинают размножаться, соответственно, вызывают такой неприятный запах. Также возможно поражение почек и печени. В случае печени это скопление ферментов, таких как, например, билирубин, соответственно, происходит. Также неприятный запах от данных веществ. Вторая частая причина – это сахарный диабет, когда непосредственно моча пахнет ацетоном таким, что связано с выделениями продуктов, которые образуются при данном заболевании, почками. Также может поражаться непосредственные почки сами, при различных гломерулонефритах, пиелонефритах, то есть воспалительных заболеваниях, гнойных заболеваниях почек, и отсюда быть неприятный запах мочи. Ну и, наконец, не следует забывать и о наследственных заболеваниях. Они достаточно редко встречаются, потому что пациенты уже, как правило, знают о том, что они больны этим заболеванием с рождения, например, фенилкетонурия. При этом заболевании моча имеет запах плесени, лейциноз, например, когда моча имеет запах жженого сахара, ну и некоторые другие заболевания, которые редки в случае обывателя. Соответственно, что необходимо делать при неприятном запахе мочи? Ну, во-первых, обратиться к грамотному урологу, во-вторых, сдать эту мочу на хотя бы на общий анализ, на посев на бактерии, ну и подойти непосредственно на осмотр на врача, чтобы он посмотрел состояние, есть ли воспаление уретры мочеполовых органов, сделать ультразвуковое исследование, которое, как правило, помогает установить диагноз. И в ряде случаев также требуется анализы на половые инфекции, если причиной того же самого уретрита, воспаления уретры, скорее всего, являются половые инфекции, тогда есть какие-то выделения, есть жжение в канале при мочеиспускании и другие признаки половой инфекции. При отмечании любых неприятных запахов мочи обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД в Москве к опытным урологам. У нас имеются все возможности для диагностики причин, соответственно, такого неприятного запаха. Ну и после выявления их производится грамотное лечение опытными специалистами. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.